Новый импульс развития получит и сфера IT-технологий, которая на сегодняшний день является приоритетным направлением развития отечественного бизнеса. В этой связи правительство Тверской области окажет содействие компании ПК «Аквариус» в реализации инвестиционного проекта. Предприятие является крупнейшим российским производителем серверов, компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков и принтеров. Как планируется организовать производство, расскажет Наталья Чекит. В этом году компания «Аквариус» приобрела в Калининском районе производственно-логистический комплекс «Логопарк Тверь». На площадке планируется развернуть производство серверов, систем хранения данных, компьютеров, планшетов и принтеров. Здесь будет организован полный цикл производства – конвейерная сборка, роботизированные линии, а также автоматическая линия сборки и монтажа печатных плат. Первое, то, что будет запущено, это сборочный цех, это в этом году. Соответственно, следующий этап – это цех монтажа печатных плат. После этого будет запущен второй сборочный цех, это уже будет 2024 год. Дальше будет расширен цех монтажа печатных плат и запущен механосборочный цех, там, где будет производиться более глубокая локализация нашей продукции. На первом этапе реализации инвестиционного проекта предполагается создать более 400 новых рабочих мест, а с открытием новых линий до 1200. Начали прием сотрудников. Здесь было одно из предприятий, которое, так сказать, помогло нам начать не с нуля, а дальше планируется, собственно, и набор, и система подготовки кадров примерно в той же логике, в которой мы действуем всегда. Целая программа, 4 ступени. На площадке будущего производства встречу с руководством компании провел губернатор Тверской области Игорь Рудени. Стороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой проекта. Были рассмотрены варианты строительства подъездной дороги к производственной площадке. Учитывая то, что у нас будет достаточно большая численность сотрудников работать, соответственно, мы нацелены на повышение транспортной доступности данного объекта, соответственно, организацию общественного транспорта и инфраструктуры вокруг данной площадки. Еще одной темой встречи стал вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для IT-сферы. Правительством Тверской области и компанией совместно с Тверским государственным университетом, Тверским государственным техническим университетом и колледжами разработана концепция многоступенчатой системы подготовки кадров от профориентации школьников до гарантированного трудоустройства молодых специалистов. Следует добавить, что Тверская область занимает одно из лидирующих мест среди субъектов Центрального федерального округа по темпам снижения инвестиционных рисков и считается одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. За последние десятилетия реализовано более 130 инвестиционных проектов. Создано почти 19 тысяч рабочих мест. И эта работа продолжается. Вскоре в Твери появятся еще рабочие места.